Останься ненадолго. У меня есть интересная история для тебя. Серджи, когда-то основа этого цирка, он приносил много радости и смеха на сцене. Но вне ее был рабом бутылки. Его возлюбленная начала увлекаться более чутким мужчиной. И после жаркого спора она искала убежище в шатре того человека. Серджи не мог это стерпеть. Он облил лицо того человека кислотой и разрушил его жизнь навсегда. Правда, наконец, всплыла в припадке пьяного угара. Тогда, в ту пьяную ночь, Серджи тоже потерял свое лицо. «Мне не нравится это лицо. Оно меня тошнит». Но это лицо стало новым символом, принадлежащим Серджи и мне.